Привет, друзья! К началу лета мы подготовили для вас очередное крупное обновление, получившее название «Красные небеса». С ним в игру приходят сразу две новые карты, серия улучшенных геймплейных механик и, конечно же, целый эшелон свежей техники на любой вкус. Особняком среди нее стоит долгожданный 7-й ранг авиации. Линейка СССР пополняется топовым истребителем МиГ-23М. Немецкую ветку венчает поздняя модификация F-4F Phantom 2. Топовую авиацию США отлично дополняет легкий многоцелевой истребитель F-5I. А Китай получает одну из самых современных версий J-7 с индексом I, в которой по-прежнему угадываются знакомые корни советского МиГ-21. Также на 7-й ранг переезжает несколько уже существующих в игре самолетов. В ответ на усиление авиации асимметричный ответ подготовили наземные силы противовоздушной обороны. Управляемые компьютером ПВО научились стрелять ракетами ЗРК. Так что даже за штурвалами самых передовых самолетов следует сохранять бдительность. Продолжает расширяться и без того обширный список доступных карт. Представляем вам «Затопленный город» — впечатляющую локацию в стиле фильмов катастроф, где прямо из воды к небу поднимаются уцелевшие небоскребы. Ну а танкистам предстоит проверить себя в боях на жарких просторах Красной пустыни. Кстати, о танкистах. Им теперь доступен новый командирский прицел. И не вместо уже привычного бинокля, а в дополнение к нему. Через него можно стрелять из пушки, если это позволяет конструкция танка. Туда же перенесен прибор ночного видения, опять же, если это было так в реальности. И в тех моделях, где исторически было предусмотрено дублированное управление огнем, функции наводчика в случае его контузии сможет взять на себя командир. В танковом парке СССР долгожданное пополнение — топовый ОБТ Т-80БВМ. В моторном отсеке скрывается уже знакомый по модификации У газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. А дополнительную защиту танка обеспечивает динамическая защита «Реликт». На защиту китайской бронетехники от воздушной угрозы становятся сразу два зенитных комплекса — PGZ-09 с парой 35-миллиметровых орудий и PGZ-04A, вооруженный четырьмя 25-миллиметровыми пушками и ракетами с инфракрасной головкой самонаведения. Германия получает БМП собственного производства Marder A1-. Отличная подвижность, высокая скорость наведения, 20-миллиметровая пушка и Птуры Милан. Неплохое сочетание для охоты за вражескими танками. Второй самолет в игре с крылом изменяемой стреловидности — МиГ-23М. Двигатель стал еще мощнее, а в арсенале подвесного вооружения появились управляемые ракеты «Воздух-воздух» средней дальности, радиолокационные Р-23Р и тепловые Р-23Т. Кроме того, бортовая РЛС позволяет находить и обстреливать цели на фоне земли, а пассивная оптическая система обзора, теплопеленгатор, скрытно обнаруживает противника по тепловому излучению и дает целеуказание самонаводящимся ракетам. Бороздить моря War Thunder выходят два новых линкора — итальянский Данте Алигьери и американский Вайоминг. Оба корабля вооружены 12 орудиями калибра 305 мм, а удачное расположение орудий позволяет вести огонь на борт сразу всем арсеналом главного калибра. Кстати, для морских боев мы добавили одну простую, но очень зрелищную функцию.
Если при выстреле зажать клавишу и не отпускать ее, камера будет следовать за полетом ваших снарядов. Это поможет точнее пристреливаться при позиционных боях. Да и просто это красиво. Также внимание заслуживает китайский истребитель танков WMA-301, способный в любое время суток бороться с вражескими танками. И топовые зенитно-ракетные комплексы Швеции и Франции, защищающие небо в радиусе 12 километров. И аргентинский легкий танк ТАМ-2IP, получивший комплект комбинированной брони. И новая африканская машина Concept 3 с мощной скорострельной пушкой. Ну а для тех, кто досмотрел этот анонс до конца, еще один небольшой, но полезный сюрприз. Теперь союзники смогут помогать друг другу не только в починке, но и в тушении пожаров. Эта функция доступна всем легким танкам, а для игроков внутри взвода нет даже этого ограничения. Потратить свой огнетушитель ради спасения товарища может машина любого класса. Полный список изменений вы, как всегда, найдете на нашем официальном сайте. Подписывайтесь на канал, не скупитесь на комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До скорого!